Дыня Мануэла. Плети почти что сомкнулись. Фаза обильного цветения. Мужскими соцветиями. И где маленькие женские соцветия появляются. Высадка семенами. 20 числа мая. Кое-где уже воды завязываются неплохие. Мануэла. Мануэла. Первый сбор. Еще пропустили. Дыня ананасного типа, называется Мануэла. Тут и карамель. Тут же присутствует и карамелька, тут же присутствует итальянская портенто. Очень сладкая, вкусная, с маленькой семенной камерой. Сегодня, завтра и последующие дни эта дыня будет радовать всех потенциальных покупателей. Вот можно посмотреть, как она растет, как созревает, как ее любят животные, насекомые. Просто в одной части изгрызает. Наверное, есть на то причина. Цвет белый, кремовый. Очень сочная, аппетитная. Интересно. Небольшая семенная камера. Мягкая. Это дыня Мануэла. Кто будет пробовать? Один из лидеров среди сорта типа ананас. Дынька Мануэла. Первый сбор. Вот они, три сестрички.
ботва красивая.